Вот так. Ямка под этим берегом. Поэтому забрасываю недалеко. Вот. Все готово. Надеюсь, сазан клюнет. Всем привет! Сегодня 30 июля. Сегодня у меня разведка. Ищу новые места для ловли сазана. Также хищника смотрю. С утра катался на своем мотоцикле. Смотрел разные места, разные ямы. Вот по этой реке передвигался. И в основном все запланированные места ловли, ямы, заняты. Там много народу. Я въехал дальше. Искал, смотрел. В общем, сейчас время 11. Я нашел на этой реке вот такое место. Здесь яр, высокий берег, яма, сразу видно, яму моет здесь течение. Вот какой, кстати, берег песчаный, посмотрите, высокий. Да, и здесь еще характерно, вот видите, река поворачивает, он там дальше, там тоже моет. И здесь идет такое сужение, прям явное сужение. А когда сужение, струя размывает тоже яму. Ну, то есть, ну вот, характерное место для ямы. Сейчас пойдем спустимся вниз, еще расскажу, покажу. Здесь такой резкий спуск. Вот уже установил три закидушки. Первая. И там две дальше. Здесь не стал ставить. Здесь вот постоянно осы летают. Очень много ос сидит. Ну, я их как бы не беспокою. И они меня не беспокоят. Пока, наверное, не беспокоят. Вот, смотрите, какой здесь сразу свал идет. Небольшая полка песчаная. И вот там свал. Ну, в яму начинается вход. Яма прямо под этим берегом, кидаю недалеко. Сначала, когда сюда приехал, как обычно, сначала обкидал спиннингом, джиговой приманкой. Ну, с грузиком посмотреть глубину, перепады. И как оказалось, вот здесь вот чистое место. Здесь вообще ничего нет на дне. Зацепов. А вот здесь я оборвал больше 10 приманок. Просто вот здесь все закоряжено. Бесполезно кидать. Я даже закидушки здесь не кидал. И пока нащупывал дно, даже поймал судака. Именно вот здесь, в этой точке. Вот он на кукане сидит. Ну, в общем, тут судачок. Вон он. О, ему уже плохо стало. О, какая хорошая поклевка была. Посмотрим, что здесь. Вот он есть. Новое место. Есть сазан. Пока непонятно какой. Но это 100% сазан. Смотрите, сейчас против течения даже повел. Так, 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 так. Что тут за парень? Ух ты! Неплохой парень, неплохой. Вот и первый сазан. Ну такой. Около 3, наверное. Я обмываю вот так вот, чтобы показать вам. Светлый такой, красивый. Ну да, где-то больше 2 точно, 2,5 больше. Я думаю, около 3. Как вам такой вариант? Попался, попался красавец. Первый сегодня. Было несколько густерок, я уже думал все. Стал кидать ближе намного. Намного ближе в яму. И вот он попался. То есть сюда к берегу. Яма-то она все-таки здесь больше, под этим берегом. На середку смысла нет кидать. Вот такой красавец. И, кстати, вот эту, смотрите, тоже клевало сейчас. Тут чуть-чуть увело, надо посмотреть. Сазанчика пока немного в стороночку. Сейчас на кукан посажу. Вот так, в тень. В тень, в траву. Сейчас проверю, что здесь. Что-то как-то непонятно. Тоже, видите, увело. Ну, не так, конечно. Ну, вот. Что-то сидит. Скорее всего, либо маленький сазанчик, либо карась. Карась уже тоже. Вот. Ух ты, густера, смотрите, какая крупная. Крупная густера попалась.
Вот она. Вот нужна ты тут. Не особо. Все, усвояси. Ну вот, видно вам, нет. 2765. Я говорил, это по 3, но больше 2,5. Точно. Сазанчика привязал на кукан, на веревку. Сейчас жара. Пускай отходит там в холодке. О, видите, сразу пошел. И там свал сейчас в холодке будет стоять. Кол надежный. Здесь, кстати, берег нормальный, так втыкается. Кол отлично. Он плавает. Красавец. Вот она. Наконец-то еще одна поклевка сазана. Это приятный вид и приятный звук. Вот этого я и ждал. Смотрите, как клюет хорошо. Да, это сазан. Вот когда сазан клюет, видите, как леска ослабла. Он вообще увел по течению туда, в край. Вот сразу на течение повел. Крупная рыба, она так вот сразу видно, уводит. До этого тоже густерка была, две даже густерки. А, небольшой. Я думал, крупнее, конечно. Но вот, говорю, даже такая небольшая вот, небольшой сазанчик, а поклевки у него, конечно, мощные. Вот, за губу прям, за нижнюю. Такого надо сразу отпускать. Небольшой. Такая вода теплая сегодня. Там поклевывает что-то. 100% мелочь. Давайте посмотрим, что там. Поклевывала. Ну вот постоянно, да, вот так густера ловятся. Карасики. Ну, по-моему, вообще как будто ничего нету. Вот он, видите, карась. А, нет, смотрите, сазанчик небольшой. Вот они замучили эти сазанчики в этом году. Ну, много вот таких. Но это и то очень маленький. Были и крупнее. Все, пошел, ушел. И вот постоянно надо перезакидывать жмых, новый ставить. Так объели уже. Такие каждые поклевки надо доставать обязательно, проверять, вытаскивать, менять. Потому что сядет какая-нибудь ерунда. Вот там поклевка, кстати, тоже на крайней. Тоже слабая. Вот где сазанчика поймал недавно. Отпустил не крупного такого. Потому что вот так, если не перезакидывать, не проверять, мелочь будет сидеть. Сазан. Сазана не поймаешь никогда. И опять на этой первой поклевка хорошая. По-моему, да. Вроде сазан. На первой закидушке, где вот небольшого отпустил. И вот это похоже на сазана тоже. Ну, вроде вот так увел опять. Ну да, сопротивление есть. Не сильное, конечно. А, ну вот вроде давление какое-то. Смотрите, не видно. А. Вот повел. Смотрите, опять вот здесь небольшой попался. Здесь же вот я уже отпускал. О, поклевка там. Ё-моё. Смотрите, какой яркий.
Этот более такой вот, с горбинкой. Вот, видно, нет? Смотрите, какой яркий плавничок. Солнце, правда, тоже яркое. Высвечивает, наверное. Вот маленький попался. Ух ты, поклевка. Сазанчик даже маленький. Поклевки такие уверенные. Хороший. О! Что-то я здесь нашел. Нифига себе, это я своим этим крючком чью-то донку достал. Так, это что? Это под сазана было. Смотрите, какой маленький грузик. Тоже с петлей. Тут тоже поклевка, но что-то непонятно. Я бы не сказал, что крупная. Поклевывает. Вот здесь я поймал сазанчик на 2760, что ли он был, 50. А, это что такое? Щучка попалась. Видимо, там малек объедал жмых. Ё-моё. Я сегодня на джиг поймал одну щуку, отпустил. Он там где-то грамм, наверное, 900 даже, может, под килограмм. Что-то я отпустил, не знаю. Это 100% надо отпускать. Аккуратненько. Вот так вот. Ушла. Стало веселее. Только не прибавляется на кукане рыба. А так, конечно, веселее стало. Вон сколько малька. Подкармливаю их. Стаи здесь ходят. Даже черепахи приходят есть. Жмых. Черепашек тоже подкармливаю. Так, вот у меня есть брикеты готовые. Вообще. Вот так сейчас кидаю. А вот даже видно. Сейчас вот, не знаю, ветер. Вот так вот вода здесь крутит. Вот где вода крутит, там, значит, яма. Вот течение моет. Она вот ближе. Ну и видно, вот здесь свал же. Вот она, яма начинается. Течение вот слева направо. И ветер, в принципе, оттуда дует слева по течению. А вот где яма, тут обратка такая. И здесь немножко течение сейчас поворачивает. В общем, оно вот здесь вот все. И рыба стоит там на дне, отдыхает, считай, плюс в яму намывает всякую органику. Ну, все, что по реке несет, всегда в яме оседает. Поэтому рыба любит такие места. Поэтому я на ямах и стою обычно. Большой минус этого места, что здесь нет деревьев. Просто нет деревьев и все. Вот так весь день сидишь, на солнце жаришься. Хорошо, вот сегодня ветерок еще обдувает, более-менее нормально. Вот так сижу на самом верху, поглядываю за закидушками сверху, ну и любуюсь природой. На той стороне вон коровы ходят, красота, и вон деревьев полно, а здесь нету. Эти сазанчики мелкие просто замучили, постоянно они клюют. Я вот не припомню прошлые года, чтобы столько было мелкого сазана. Я был на рыбалке несколько дней назад, на байдарке переплавлялся через реку на ту сторону. Это именно то место, где я попал на бешеный клев несколько недель назад. Получается, недель три назад, даже четыре, наверное. Сазан был, мелкий был и нормальный был. И вот за полдня, я где-то часов в 11 ушел, просто ни одного нормального сазана. Вот это весь мелкий был. Пробовал на саранчу и тоже попался. Один небольшой маленький сомик, которого я отпустил. Просто впустую сходил. Да и вообще у меня последние рыбалки какая-то просто непруха. Сейчас еще один прикол покажу. В общем, собрался я на рыбалку. На мотоцикле тоже поехал куда подальше. Доезжаю где-то полпути, ну вот по асфальту. Перед поворотом уже на грунт, на грунтовую дорогу. Остановился воды попить, так проверить, все ли в порядке. Я обычно проверяю, чтобы кофры не развязались, ничего. Спиннинги тоже, смотрю, здесь штатив. Обхожу мотоцикл, смотрю назад и обнаружил, что номера нет. Это уже другой номер. В общем, номер у меня крепился вот на такую
рамку. Видите, как ее расплавила пластиковая рамка? Потому что она вот так стоит, и как раз выхлоп идет сюда. В общем, рамка эта расплавилась, и номер вылетел на скорости, ну, на асфальте еще. Причем это не на грунте было, а на асфальте. И фишка в том, что у этого номера нового образца, он меньше, чем раньше был. У него нету штатных отверстий по ГОСТу, просто нет отверстий на номере. Он никак не крепится, только на рамке. Я не знаю, для каких мотоциклов такие номера разработали. Я по грунту-то еду не меньше, чем по трассе. Скорость приличная на таких мотоциклах. И кочки постоянные, и вибрации. А крепления никаких на номер не сделали. Вот эти вот крепления я сам просверлил. Это вот старые крепления от старого номера. Он раньше вот такой был, побольше. И вот на нем было 3 отверстия. Я решил их сделать, чтобы номер больше не потерять. И, кстати, если видно, поставил такую пластину металлическую 2 мм. Теперь номер точно не расплавится и ничего ему не будет. Здесь была такая неплохая поклевка. Вот он увел немного. Там на бугре сидел он возле мотоцикла. Пока подбежал, ну так, поклевало что-то слабовато. Но здесь самый тяжелый груз. Я всегда его наверх течения ставлю. 8 унций. Че он, завел? А, ну опять вот сазанчик, видите, что? Он за ту закидушку завел. Вот что с ними делать? Вот их в этом году тьма. Очень много. Но поклевки у них такие мощные. Хоть маленький. Я уже говорил. Давай. Такая вода приятная. Немного освежает, но все равно она теплая. Но по сравнению, конечно, с воздухом прохладная. Вот так они объедают, объедают постоянно. Фу. Вот смотрите, я жмых поменял, сазанчика поймал, новый поставил, этот вот остался. Такой же, почти съеденный. И рыба выходит. Вот этот малек прям на мель, на самую. Видите, спинки у них даже видать. Видите, как жмых приманивает. Наконец-то. Вот это вроде бы опять сазан клюнул. И пока непонятно какой. Я опять сверху бежал. Хорошо прям звенело, загибало. И вот смотрите, как опять леска была вот, и как ее туда увело. Это, кстати, средняя между трех, вторая закидушка. На нее сегодня ничего не было. То есть, ну, по сазану ничего не было, даже мелких не было. Там густера что-то было такое. Ну, ё-моё. Видите, как вот. Ну, что сказать. Была надежда. Я, конечно, видел, что так сильно не загибало. Клевало, конечно, активно. Ну, вот как? Ну, вот почему? Я не знаю, сколько штук сегодня их поймал. 15, 20. Вот. Ну, нет, не 20, конечно. Штук 15 точно. Вот такой. Ну, чуть крупнее. О. И там тоже срабатывает. Ладно, этого мы отпускаем. Я прям даже не знаю, есть ли смысл дальше здесь стоять. А на этом все. Рыбалку я сегодня заканчиваю. Уже собрал, упаковал мотоцикл. Здесь рыба. Кофры забиты, спиннинги. Все на месте. Не вижу смысла дальше сидеть. Ловятся одни маленькие сазанчики. Была надежда. Самый первый попался нормальный. Потом думал, еще будет. Но не судьба. Вот эти одни маленькие ловились. И, кстати, если вы думаете, что постоянно у меня ловится рыба крупная, то это не так. Вот такие рыбалки бывают основные. Тех, которые я показываю, меньше.
Сегодня получилось вот так, как обычно. Ничего не поймал. И вообще, говорю, какая-то полоса. Сейчас вот несколько недель, несколько рыбалок. Улов сегодня потянул на 3800. Сазан 2760. Значит, судак где-то килограмм. Всем спасибо за просмотр. Не знаю, было интересно или нет. Я домой. Пока.